этом ролике мы расскажем, как стать пайщиком кооператива МАО. Если вы являетесь пользователем МАО-бота, для того, чтобы стать пайщиком кооператива МАО, первым делом вам необходимо привязать свой email в Telegram-боте. Для этого в главном меню нажмите кнопку «Настройки». Далее нажмите кнопку «Добавить email». Обратите внимание, что перепривязать почту будет невозможно, поэтому внимательно прописывайте каждую букву. Введите свою почту в поле «Сообщения» и нажмите кнопку «Отправить». На вашу почту, которую вы указали, поступит одноразовый четырехзначный пароль. Введите его в поле «Сообщения» и нажмите кнопку «Отправить». Ваш аккаунт на платформе MAO Live успешно создан. С помощью браузера перейдите на сайт maolive.com. Можете это сделать при помощи телефона или ПК-версии. Нажмите «Вход», введите свой email, который вы указывали при регистрации. На вашу почту отправлен одноразовый четырехзначный пароль. Введите его в необходимое поле и войдите в свой личный кабинет. Далее нажмите кнопку «Кооператив МАО». Далее пропишите все ваши данные в соответствующих полях. Прикрепите фотографии или сканы паспорта главной страницы, страницы с пропиской и селфи с паспортом и листом бумаги, на котором указана текущая дата. Отметьте галочками все пункты и нажмите «Отправить на подтверждение». На экране появится QR-код для оплаты вступительного взноса. Как оплатить по QR-коду через мобильный банк, у нас есть ролик, ссылка на который будет в описании. После того, как вы произведете оплату, нажмите кнопку «Я подтверждаю оплату». Ваша заявка получена. Ожидайте уведомления на вашу электронную почту. После того, как ваша заявка будет обработана и проверена, вы станете пайщиком международного потребительского кооператива МАО.